Кандидат от оппозиции, бывший министр иностранных дел Иван Корчок победил в первом туре президентских выборов в Словакии, набрав 42,5% голосов. Это не абсолютное большинство, а значит, будет второй тур. Он состоится 6 апреля. В нем Корчок встретится со спикером парламента Петром Пеллегрини. Он получил 37%. Asi rozdielom 5% zhruba. Hovorí to o tom, že spoločnosť je rozdelená a hovorí to o tom, že spoločnosť naozaj má obavy po nástupe vlády Roberta Fica po septembrových voľbách, že tie zmeny idú príliš rýchlo a príliš zlým smerom a jednoducho to heslo nemôžu mať všetko zabralo na veľkú časť voličov. Пеллегрини – лидер партии «Голос», входящий в правительственную коалицию популистского премьера Роберта Фицо, которого обвиняют в пророссийской позиции. Корчок – политик прозападных взглядов и, среди прочего, выступает за поддержку Украины в войне с Россией.